Раз, раз. Короче, субботний вечер. И можно утром поспать, кто хочет. Кто не хочет, выходной день. Я вышел в эфир. Вышел в эфир. Поговорить. Какая-то прыщика выскочила. Ого, прыщ какой. Что себе. Поговорить. Такие дела. Ты понимаешь? Раз, два, три, четыре, пять. Что? Людей любят кормить сказками. А люди живут в обычной реальности. Рисуют художники холсты. Чтобы люди мечтали, смотрели на какую-то мечты. И этим временем ими пользуются. Отводят внимание куда-нибудь в небо, в землю, в сторону, чтобы что? Чтобы облапошить людей в реальной жизни. И вот мне нравится, Иисус, он не пришел, чтобы говорить какие-то фантастические вещи. Он просто... Смотри, как он с самарянкой поговорил. Дай мне воды, позови мужа. Вот он я. Вот он я. В этом вот это там, то все где-то. А вот Бог конкретизирует. И вот смотри, даже Моисей. Моисей родился, все, убежал. Бог ему говорит, вот он я, сущий от начала. Вот он я. И я посылаю тебя. Да, тебя сегодня. Не, может, завтра кого-то другого. Не, ты, тебя и вот сейчас. Понимаешь? Вот это вот реальность и мечты. Люди смотрят, любят мечтать. Время тратят, как философы. Помнишь, там в этом городе там философы разные были. И там эти были жертвенники разным богам. Они собирались, разговаривали, философствовали. Но они пришли, что-то там сотворили. И сказали, вот, вы боги. Тот, кто может сотворить сегодня, сейчас, он бог. Понимаешь? А если не может сделать сегодня, сейчас, он не бог. И вот этот Иисус говорит, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. И это я буду и делаю. Не то, что буду когда-то делать, потом я это делаю сейчас. Да. Но людям это все не так нравится. Обычно люди любят смотреть записи. Фильм составили, корректировали, убрали сомнительные места, прикрыли обнаженку, утаили неприглядные слова, все подоначили, переначили, и, короче, остался то, что, ну, то, что считают более-менее приемлемым. И реальность бьет по морде копытом этих лошадей, которые скачут в откровение. Женщина 40 лет, сатана связал, и все смотрят на нее. Ну, придет избавление, может быть, а может, так и помрешь. Вообще уже эту женщину ни во что не ставят. Мозоль на глазах. Вот. Но приходит Иисус, ни здрасте, ни до свидания. Эй, женщина. Распустил ее эти, отпустил ее. Простила и грехи там все. А народ возмущается. Как ты сегодня это сделал? Сегодня делать нельзя!
когда, только не сегодня. Только не сейчас. Приходите завтра. А лучше вчера. Вчера надо было приходить. Сегодня уже поздно. И завтра не надо. Вот такая реальность. И вот мы тут говорим и говорим. Собираются люди. Реальность приходит. И выхватывает людей, выхватывает людей. Николая раз уже в армию. Еще кого-то в армию. Где там уже не пишет, там был один. Где он, что с ним, раненый был, слышал. Может, сейчас где он, не знаю. Сколько людей уже похоронили. Человек, люди мечтают, мечтают. А в Вильню, Украине, а приходит президент. Еврей говорит, не, не будет. Я же не украинец. Я еврей. Поэтому Украины больше не будет. Будет великий Израиль на этом месте. Украины уже не получится. Потому что я еврей, я израильтянин, и как президент я говорю, что теперь Украины такой, как вы хотели, не будет. Будет великий Израиль. А все люди хавают. Даже думать не хотят, что это такое. Нас обманули, не? Молчим. А куча приспешников. А ловят всех этим вдохновленными гаслами, как говорится. Вот этими лозунгами кормят. Понимаешь, вот ты видишь, как на толпу очень влияют речевки. Вот эти быстрые речевки. Речевки. И эти речевки, лозунги, заводят людей в дикие состояния. Вместо того, чтобы разобраться сегодня и сейчас, нас говорят, не на часе. Не сегодня. Лжец. Вас обманывают. Тот, кто тебе говорит завтра, лжец. Вот и все. И не надо разбираться. Может быть, когда-нибудь лжец. Потому что Бог есть имя его сущий. Или сегодня, или никогда. Запомни. Нравится тебе, не нравится тебе. Или сегодня, или никогда. Так, кто там, меня никто не смотрит, да? Алло, где все эти люди. Вот это такое вот. День рождения у Тимченко. Так. Мой канал. Так. Никто меня не смотрит. Ладно, я себя увидел. Ничего страшного. Все нормально. Вот. И вот это вот понятие сегодня день спасения. Когда же до людей дойдет, что хватит жить во лжи? Во лжи. День на минутку. Привет, Окса. Джен. Болдорад. Эх, Одесса, на минутку. Куда спешишь уже? Уже ж вечер, уже ж ночь, суббота. На минутку, ну, на минутку, так на минутку. Хорошо, что на минутку. Александр. Ну, что значит минутка для такого человека? Поэтому, понимаешь, сегодня тебе надо хлеб насущный на сей день. Дай нам сегодня хлеб насущный на сей день! Вы что, не слышали такой? Молитву. Я лежу, позакладывала. И да будет царство твое на земле, как и на небе. Сегодня! Поэтому не услышали, я так понял. Ничего не поняли, не услышали. Я очень плохо доношу мысли. Не получается мне плохо доносить. Да, да, согласен. Понимаешь, все, что не сегодня, это дикий обман.
Я оглох. Дядя Вова, блин. Ты понимаешь, все же не сегодня и не сейчас. Есть песня такая. Нет, 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 мы хотим сегодня. Нет, 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 мы хотим сейчас. Была такая песня. Так это нормальная песня. Жизнь, она идет сегодня. Завтра мы будем кушать то, что посеяли сегодня. Если ты сегодня не живешь, то завтра тебе не видать. Оно для некоторых уже не наступит. И решать свои проблемы завтра, то, что не откладывай на завтра, то, что ты можешь делать сегодня. Ты понимаешь? Птица счастья завтрашнего дня. Да, да, да. Не откладывай на завтра то, что ты можешь сделать сегодня. Ты представь, ты хочешь туалет по-большому, по-маленькому. Он говорит, да не, не пойду я. Пойду я завтра схожу. Сегодня что-то потерплю. У тебя день будет, ночь испорчена. Ты не сможешь терпеть. А в других вопросах мы что-то терпим. Терпилы уже. Терпилы. Терпилы, терпел. Бог терпел. И нам велел. Да. Бокса, а почему у Матфея написано на сей день, а у Луки на каждый день? А? И сей? А знаешь так, это так, чтобы он про это, чтобы даже забыл помолиться. Вот забыл я сегодня помолиться, поэтому я говорю, на каждый день, Бог, если я там что-то просплю, ну, к вечеру проснусь, ну, чтобы у меня был этот уже хлеб. Я так раз, а у меня этот хлеб есть, потому что я забыл помолиться, я вчера помолился, чтобы каждый, это не завтрашний, а каждый день. Понимаешь? Хорошая молитва. Так что молись каждый день. И зимой, и летом одним цветом. Аллилуйя. Понятно? Понятно? Говори, аминь. Так и надо делать. Знатоки Библии. Знатоки Библии. Библейских слов. Слоган библейский. Это, конечно, это лучше каждый день. Лучше 40 раз по разу, чем сразу 40 раз. Каждый день по разу и нормально. Все будет хорошо. Вот эта действительность. Как там? Есть какая-то песня. Надо вспомнить, я ее сейчас заберу в Ютубе. Каждый день. Это Цой. Цой, по-моему, каждый день. Сейчас я попробую ее найти. Секунду. Ждали. Каждый день ждали. Завтрашний день. Да? Каждый день. Цой. Сейчас заберу. Он пророк был в какой-то степени. Каждый день. Давай встряхнем память. Торцой. Нет, не понял. Вот это оно. Сейчас пробую. Темно. Каждый день долго едешь в метро, когда темно. Она живет в центре всех городов, и ты
рядом, но надо ехать домой, уже темно. Проснись, это любовь, смотри, это... Слушай, сейчас в мире больше пророков ходит, чем в этих церковных забегаловках. Вы думаете, там есть это, в церковных забегаловках? В мире больше пророков. Посмотри, группа «Телевизор», как пророчески поет песни. Найди, группа «Телевизор», посмотри. И свои песни, которые ты поешь, льстивые, сопливые, брехливые песни, которые ты никогда не исполнишь. Потому что ты ничего не оставишь, никуда не пойдешь, и ничего Богу не дашь. Только брешешь. Поэтому еще, кто его знает? У меня там какой-то прыщ выскочил, видишь, прыщ. Болит, я пойду, сейчас жена мне выдавит. Я пока поставлю другую какую-то песенку. Другую песню. Чего это вдруг? Все не так. А, вот это послушайте, пожалуйста. Ну, хватит. Давай, поехали. Что ж такое? Ага.
Ну, такое было зарисовка, не знаю, Facebook забанит это видео, может, за это, может, и не забанит за это видео. Поэтому немножко была пауза. Я и Высоцкий слушала, но на пластинках. Вот такие пироги. Поэтому реальность, проверь себя. Есть у тебя отношения, не беременна ли ты? Или мы себе придумали виртуальные какие-то отношения? Потому что когда Бог находит на людей, случается невероятная вещь. Ты не можешь, когда ты имеешь Бога, говорит, быть прежним, реально. Если глисты у человека появляются, они тоже уже человек будет меняться. Если одержимый человек бесами, он реально дикий человек, все видят, то если у тебя Бог, и этого не видно, то, наверное, ты себе придумал. Да? Он, как-то он, ты же знаешь, он такой всемогущий, он говорит, отдай мне тело, жертву живую. И огонь на жертву, огонь на него, срай, пошлю огонь на него, отдай тело, я огонь на него пошлю, а ты не даешь жертву, огня нету, нету огня. Не знаю, всех распугал, хочу еще-нибудь послушать какую-то песню. Это тяжело. Что ж такое? Вот это тут, наверное, будет круто, сейчас будет. Не. Поехали.
дикая песня. Прямо сумасшедшая песня. А вы что думали, так себе? Не может быть. Так, не может быть. Почитай ваши комментарии. Я тоже хочу общаться. А не просто вот так вот сидеть, смотреть куда-то. Лукса, ай живе. Ай живе. Так, что такое? А ну, секунду, я хочу ж посмотреть, что ж такое. Ты шо? Да, пошли дальше. Давай посмотрим, что будет дальше. Не хочется мне, ну а чего? Так, пишется. Пиши лимит скорости потока. Два человека, Окса, хай живе. Вас послушать. Я тоже не могу все время говорить. Не могу я кричать, у меня горло болит. Ты понимаешь, когда ты попал в дыру, ты уже обворован. Когда у тебя проблема, ты уже обворован. Ты уже в заблуждении. Когда плохие времена, ты уже попал. В этом нет ничего хорошего. Надо выбираться, спасаться, выбираться. Перестать верить в лжи! Мы говорим, когда долина смертной тени, а что ты туда пошел? Кто тебя туда повел? Когда я пойду? Зачем ты туда ходишь? Ходи перед Богом. Ходи с Богом. Зачем?
постоянно, чтобы Бог тебя спасал и спасал всяких дыр, тебе не хватит жизни. Пойдем еще посмотрим, пока есть желание. Поехали. Жил я славно, первый, третий, 20 лет на белом свете, по ученью жил бездумно, но предели, плыл, куда глаза глядели, по течению. Думал, вот она, награда, и ведь не веслами не надо, ни ладонями. Комары, слепни досы, да не мали кровососы, да не донили. Слышал с берега вначале, мне о помощи кричали, о спасении. Не дождались бедолаги, я лежал чумной от браги в отключении. Тряхнет ли в повороте, завернет в водовороте, все исправится, то разуюсь, то обуюсь, на себя в воде любуюсь, очень нравится. Берега текут за лодку, ну а я ласкаю глотку медовухою. После лишнего глоточку, глядь, плыву не в одиночку, со старухою. И пока я удивлялся, пал туман и оказался в гиблом месте я. И огромная старуха хохотнула прямо в ухо, злая бестия. И я кричу, не слышу крику, не вижу от страха лыка, вижу плохо я. На ветру меня качает, кто здесь? Слышу, отвечает, я нелегкая. Брось креститься, причитай я, и не спасет тебя святая Богородица. Тот, кто рули весла бросит, тех нелегкая заносит, так уж водится. Я по тьмах ищу дорогу, медовухи понемногу, только поступлю, она не засыпает, впереди меня ступает, тяжкой поступью. Он споткнула за коренья, а такого ожиренья тяжко охая. И у нее одышка даже, а заносит ведь туда же, тварь нелегкая. Друг, навстречу нам живая, хромоногая, кривая, морда хитрая. Ты кричит,
стоишь над бездной, но спасу тебя полезной, слезы вытру я. Я спросил, ты кто такая? Она мне, я кривая, вот с молвы везу. И хотя я кривобока, криворука, кривоока, я молвы везу. Я воскликнул, наливая, вывози меня, кривая, я на привязи. Я тебе и жбан поставлю, кривизну твою исправлю, только, только вывези. И ты, маманя, сучья дочка, на-ка выпей полглоточка, больно нервная. Ты забудь меня на время, ты же толстая, в гареме будешь первая. И упали две старухи, убутыли медовухи в пьянь истерику. Я пока за кочки прячусь, я тихонько задом пячусь прямо к берегу. Лиховый гриб на стремнину, в два грибка на середину. Ох, пройдоха я, чтоб вы сдохли, выпивая, две судьбы мои, кривая, да нелегкая. Знать по злобному расчету, да по тайному чьему-то попечению. Не везло мне обормоту, и тащила баламута по течению. Мне казалось, жизнь отрада, мол, не веслами, не надо, а не надо, ох, пройдоха я. Удалились, подвывая, две судьбы мои, кривая, да нелегкая. Ну что, нравятся такие песни? Я думаю, что не нравятся. Кому такое дурное нравится? Куда хочешь прожить? Бросить весла. Вот бросишь весла. Скажешь, оно само придет, царство божье. Само оно придет. Ни хрена не придет. Что сеешь, то и придет. К чему стремишься, то и будет. Придет царство небесное. Ага. Идите и проповедуйте Евангелие всякой твари. Евангелие царства, оно не придет. И не пришло бы, если бы Иисус не пришел. Так всех я распугал. Какие-то группа каких-то нетронутых людей. Ладно, я продолжу пока еще. Мой эфир не законченный. Пока меня еще не заблокировали. А почему? Почему бы нет?
стены. По-другому не будет. К сожалению. По-другому не будет. По мере движения дальше, дальше, по мере того, как мы тонем, тонем, все меньше становится фальши, фальши, а кожа становится тоньше, тоньше. И вот уже годы наперечет, часы, минуты, мгновения. И вот уже слышно, как кровь течет и плещет река забвения. Хочется, хочется быть добрым бульдозером. Хочется к вам приплыть утренним озером. Хочется испытать все приключения. Хочется всех обнять без исключения. Мне умники скажут, фу, как глупо. Один уже пробовал безоглядно любить этот день изо дня. Тупо жующие собственный хвост стада. Умри, воскресни, все бесполезно. Но чувствую, как им опять хреново под этой тварью, над этой бездной. Мне, несмотря ни на что, снова хочется, хочется быть добрым бульдозером. Хочется к вам приплыть утренним озером. Хочется испытать все приключения. Хочется всех обнять без исключения. Вау-вау. Классная песня очень. Шикарная духовная песня. Можете переслушать. Это был Ефимич. Так, это чуть-чуть другое. Сильно скучная песня. Она хорошая.
Понимаешь? Да что ж такое? Где она там? Сейчас я хочу туда. Да не, не то. Тормозит этот. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Я перекину сюда. Ну, никак не останавливается. Пауза. Да что же это такое, в конце концов? Как тормозит компьютер почему-то, надо смотреть. Вот смотри, у меня тема. Тема такая. Сколько ты живешь по... Ага, кай живе. Короче, никто не комментирует. Слишком. Что-то такое. Скажу, сколько ты живешь, по каких поводах? Из-за... Живешь из-за нужды. Удовлетворяешь нужду, потребности, суеты. А по любви сколько ты дней прожил? Вот так, чтобы ты по любви жил. По кайфу, по любви. Ты, ну, вынужден скитаться, побираться, вынужден прятаться. А когда ты жил в наслаждении, в любви? Когда это было? Ты у тебя в голове только это было. К сожалению, только в голове. Я дальше пойду еще посмотрю, что тут нам предлагает этот YouTube. Какие песни? Что это за песня? Алло. Алло. Ну, давай посмотрим. На этом я заканчиваю свой эфир. К сожалению или к счастью. Спасибо за внимание, за комментарии и прочие плюшки. Надеюсь, кому-то это было полезно. Пока.